Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня мы поговорим о новых смарт-часиках о компании KeySelect. Это женские часы. Разберем, какая здесь комплект поставки, с каким приложением работает, какой вообще функционал у этих часов и вообще стоит ли покупать данные часы. Итак, поехали! Приходят нам часики вот в такой вот симпатичной белой упаковочке, на которой изображены, собственно, сами смарт-часы, бренд KeySelect и модель Lady Watch L11, и указаны основные фишки данных часов. То есть алюминиевый корпус, фитнес-трекер, датчик сердцебиения и датчик количества кислорода в крови. С обратной стороны здесь у нас два QR-кода. Один ведет у нас на страничку с мобильным приложением, который можно скачать, поддерживается, в описании написано Android и iOS. И также небольшие технические характеристики. То есть модель L11, цвет Tender Rose, номер его. И датчик используется VC332S. Размеры, указана защита от воды IP68, то есть их можно, по идее, принимать душ, хотя я этого не пробовал, просто руки мыли в нем. И емкость аккумулятора 180 мАч. В целом, как видите, характеристики не супер выдающиеся, но тем не менее, в своем классе это, скажем так, норма. Заявленное время работы и, ну, измеренное мною, где-то получилось около недели на одном заряде. Это при постоянно включенном датчике измерения сердцебиения. Итак, что у нас есть в комплекте? Открываем коробочку. Здесь у нас сразу встречают наши часики. Как видите, они все розовые. Розовый корпус, розовый мешок. Здесь наклеечка. Дальше у нас в комплекте идет зарядный кабель магнитный. Небольшой длины, но, в принципе, достаточно для того, чтобы зарядить телефон. И идет небольшая инструкция, маленький мануал по использованию этим часов. Мануал на английском языке, хотя здесь пиктограммы, в принципе, понятно все будет из картинок. Как пользоваться, как переключать и все остальное. Ну, к этому мы дальше вернемся. Итак, уберем все лишнее и вернемся к нашим часикам. Убираем наклеечку и нажимаем кнопочку включения. Логотип компании KeySelect. Компания, я так понял, новая, и, скажем так, других устройств, кроме вот этого, этих часиков, я у них еще не видел. Ну, давайте займемся сначала внешним видом, потом перейдем к характеристикам. Итак, алюминиевый корпус, реально красивый. Розовый ремешок, то есть видно, что часы реально женские. Здесь металлическая букля, также с логотипом бренда. Снизу у нас расположены все датчики, их здесь 4 штуки. Магнитные контакты для зарядки и кнопочка включения-выключения, и она же кнопка выхода в меню. Симпатичная вот такая кнопочка в виде розы сделана, сейчас сфокусируюсь, вот видите. И вообще корпус реально интересный, сверху у нас он закрыт стеклом, не пластиком, ножиком не царапается. Стекло такое полукруглое, 2.5D, так скажем. Так, управление в данных часах происходит свайпами, так как дисплей у нас сенсорный, то все жесты управляются на экране. Вверх, вниз, влево, вправо. Основной дисплей меняется, то есть картинка возможно изменить из тех, которые есть в наличии, плюс через приложение, дальше покажу, можно заменить любую другую фотографию, хотя бы хоть свою поставить. Меняется, как обычно, нажатием на дисплей и меняем различные встроенные. Плюс то, которое, тут вроде бы у меня уже какой-то, да, ну вот я там фотографию загрузил, то есть можно менять. Плюс есть уже готовое приложение. Ну, вернемся к этому. Потом, есть дисплей вниз, спайк вниз. У нас такое сборное меню. Здесь заряд часов. Вот этот значок связан с телефоном. Переход в настройки, ночной режим включения, изменение яркости, ну и сегодняшняя дата, это число. Основная кнопочка, как я говорил, возвращает нас в основное меню. Вниз у нас идет в меню сообщений. Здесь, как видите, поддержка русского языка нормальная, есть поддержка всех мессенджеров, которые я знаю. Не знаю, как они все работают, я все не пробовал. Но SMS, Viber, Telegram работают, в общем, нормально. Русский язык у нас здесь нормальный, без всяких этих самых, читается хорошо. Вот. Так, дальше. Свайп у нас вправо переносится тоже в сборное меню, в котором здесь есть у нас различные разделы, как видите. Текущее состояние, измерение пульса, измерение кислорода, активности, различные сообщения, можно перейти опять отсюда, режим сна, то есть сколько вы спали в последний момент,
режим секундомера, управление музыкой, тоже полезное меню управляет. Ну, плеер единственное, сначала надо запустить на телефоне. Потом общие настройки, здесь у нас яркость, QR-код для скачивания приложения, можно найти телефон, то есть если нажать, телефон начинает играть, слышите? Все, я его нашел. Теперь надо на приложение это отключить. Все, Glory Fit нашел устройство. Кстати, приложение называется Glory Fit. Мы к нему чуть попозже перейдем. Здесь информация о наших часах, адрес и версия прошивки. Прошивки, кстати, здесь обновляются, так как уже после получения у меня была одна свежая прошивка. Сброс на дефолтное и выключение часиков. Свайп влево, точнее, свайп у нас влево, да. Здесь есть еще несколько экранов. То есть экран вашего достижения за сегодня, так как сегодня никто не двигался, часы лежали на полочке, то, как видите, здесь шагов нету, ничего нету. А вообще в приложении выставляете свой, скажем так, цель. Здесь будет, допустим, там 10 тысяч шагов, и она будет заполняться, эта шкала, здесь будет все отображаться. Дальше ваш ритм. То есть он показывает сейчас фонарные, скажем так, значения, пока вы не оденете на руку. Я сверялся со своим Mi Band, в принципе, сейчас я вам покажу. Значение сходится плюс-минус там 1-2 единицы. Значение кислорода я с портативным пульксиметром сверял, так же самое, все сходится. Вот здесь есть недоработка в прошивке, видите, то есть они никуда не одеты. И тем не менее, что-то показывает какие-то значения. Но когда вы часы надеваете на руку, сразу нормализуется и показывает то, что надо. То есть, в принципе, значение нормальное. Активности. Здесь, как в любом смарт-браслете, смарт-часах, различные активности, которые вы выбираете. То есть, там бег, прыжки. Выбираете, нажимаете, допустим, вот, пешком идти. 3-2 раз. Сейчас стартанет и начнется запись там ваших шагов, всего остального. Прервать, прервать. Он говорит, типа, вы слишком мало ходили. Ну, ничего страшного. Дальше. Сколько вы спали, я уже говорил. Управление музыкой, и в принципе в этом все. То есть вот такие вот менюшки. Сейчас давайте я одену на руку и заснимем, как оно измеряет ритм сердца по сравнению с Mi Band. В общем, сложно снимать вот так с самого себя, но вот, в общем, я надеюсь, видно вам было. 71. И здесь пошло дальше мерить, здесь надо заново нажать. В общем, запускаем измерение и посмотрим сейчас, что там намеряет. 75, там 71. Но здесь как бы в реальном времени что-то там рисует, пытается рисовать. А Mi Band уже по факту выдаст, после того, как посчитает, какой у нас там пульс. То есть 71 на Mi Band, 72 на KeySelect Lady Watch L11. Как видите, значение совпадает. Пульсиметра у меня сейчас под рукой нету, но он у родителей, я сделаю фотографию. Сейчас здесь будет фотография, тоже сравнил вместе с ним. Итак, по часам, я надеюсь, все понятно. Давайте немного пройдемся по приложению. Так, приложение называется Glory Fit. Скажем так, не самое худшее приложение из тех, которые я тестировал среди китайских смарт-браслетов, смарт-часов. Здесь при подключении показывает всю доступную вашу информацию, там количество шагов, расстояние, жиров, сколько сожгли, текущий сердечный ритм, если у вас постоянно включено, его мерить, сколько вы там поспали. Здесь дальше идет спорт-активность, сколько вы прошли там, или сразу ее начинать. И настройки устройств. Настройка часов. Это имеется в виду браслет. Оно подгружается с какого-то китайского сервера, долговато. Меню кастомизация. Здесь вы можете взять любую свою картинку, загрузить и что-то там с ней сделать. Вот заходите сюда, настроить фон, выбрать там цифры какие-нибудь, размер шрифта. Это все здесь можно настроить. Дальше. Вот сейчас, может, загрузились, еще нет. Пусть пока загружается. В общем, мониторинг пульса здесь, как вы видите, можно включить. Автозамер, мониторинг пульса, настройка кислорода в крови тоже постоянно выключен, либо включен. Оповещение о звонке реально хорошо работает. СМС-оповещение.
приложений, как я говорил, большой список поддерживаемых приложений здесь у нас. Видите, Pinterest даже есть, Facebook, Snapchat, Gmail. То есть, в принципе, это все можно настроить, это все работает, как ни странно. Есть будильники, у меня сейчас выключены, можно установить, то есть добавить будильник. И там время тренировок, цикл тренировок, прочая всякая фигня. Есть включать экран поворотом дисплея, поворотом кисти. Тоже работает, режим не беспокоит, чтобы не приходили никакие уведомления. И общие настройки, там найти браслет, фото одной клавиши, измерить, единицы измерения, там браслет ищите устройство, время работы дисплея, там 10 секунд, либо можете поставить больше, допустим 15 секунд, чтобы не хотели, чтобы постоянно сразу гасло, язык системы стоит по умолчанию. У меня русский стоит, будет английский, у вас точно так же будет английский. Либо вы можете переключить формат времени. Ну, в принципе, обновление. Обновление мы уже только что сделали. Хотя вот сейчас сделаем поиск новой версии. Вдруг вышла какая-нибудь новая прошивка, и мы ее сейчас посмотрим. В принципе, как вы здесь видите, здесь есть MAC-адрес, время, точнее, уровень заряда, серийный номер. Ну, и в принципе, здесь настройки вашей цели, плана тренировок, сторонний доступ, это дать доступ к вашему приложению кому-то другому, разрешение для приложения. И там, допустим, физиологический цикл, там, это чисто женский раздел, то есть начало менструации, длительность цикла, все остальное здесь тоже настраивается, так как часы все-таки не забываем женские. Здесь можно персонализацию сделать, если зарегистрируется имя, там, все остальное забивайте. Немного выводов о этих часах. В принципе, часики я могу рекомендовать, это не самый худший вариант из тех, которые я видел, достаточно качественное изготовление мне понравилось, алюминиевый корпус, сменный ремешок, приложение, которое понимает различные уведомления от различных программ, время работы около недели, это с включенным постоянным мониторингом сердечного ритма, я думаю, если выключить будет еще больше, это тоже немаловажный плюс. Удобное управление, то есть свайпами, не надо нажимать постоянно одну кнопочку. И в целом нормальный русский язык, если это кому-то критично, а это для некоторых очень критично, возможность кастомизации. Ну и просто приятное устройство, которое приятно держать в руках. В общем, на этом все. Подписываемся, ставим лайк. До новых встреч.